Я боюсь, что сейчас не вспомню. Вижу внешний контур. Он был одним, считался одним, хотя это было два. Угу. Был сверху мужское начало, это был творец. И снизу было тоже творец, но это женское начало. Это была материя, но это было одним целым, один контур, который держал все вокруг. Вот. Угу. Внешний контур, внешний круг. Угу. Одно единое, оно было общее. Внутри было 10. Угу. Кто 10? Они были первородные. Угу. Одинаковые все. На одном. Каждый со своей функцией. Каждый выполнял какую-то функцию. Все были и разные, и единые. Не могу понять. Угу. Это как раз понятно. Функции какие? Изначально они были другие, а не те, которые мы видели потом. Изначально это был наблюдатель. Изначально это был баланс. Изначально это было созидание. Это было разрушение. Это было движение. Изначально это было развитие. Изначально это был тот, кто отвечал за работу всех механизмов. Настройщик, наладчик, или как его можно назвать. Пироман, который мы стерли, да? На кослика похоже. А улитка это что? Это был тот, кто работал со временем. Это был тот, кто работал с вариантами. И тот, кто связывал все воедино. Их было 10. Филин. Всё. Филин это что? Наблюдатель? Да. Глазик. Баланс. Медуз. Они потом переродились. Не совсем вижу, кто в кого. Сейчас посмотрю. Вариант. Ну, в принципе, он для разрушения работал. И все как-то друг другу могли единым полем работать. Это все были как на одних началах, на одних принципах, все как первородные, как дети. Вампир. Кто-то отвечал за энергию, за распределение этого всего. Вот. И начался вампиризм, да? Но он еще по времени так сказал. Мог. Они все могли использовать один, мог брать другие функции. Просто он отвечал за свои функции, но пользоваться мог абсолютно всеми функциями. Не было ограничения, чтобы кто-то не мог пользоваться другой функцией. Просто это как зона ответственности. Функция была за каждым своя. Но в то же время они между собой все сотрудничали, и каждый мог брать часть другого или пользоваться частью функции другого. В курсе красно-черный не только разрушал, но и... Мог работать и со временем, и все прочее. Получается, мы многих не знаем. Хотя мы их просто не вспомнили и не все нашли. Все сеансы не записывали. Мы уже так уничтожили, так и забыли. Как тварь с помощью лазера могла в тебя записать эту информацию? Как лазер может записывать на таких уровнях? Это как ключ, в котором выемки такие разные. Просто на грани кристалла были сделаны разные выемки. Эта информация была занесена. Информация та, которая была изначально, это которая была первичная. И информация, которая несла изменения. Вот в меня была вписана та информация, которая уже вместила в себе историю изменений. То есть, когда уже кто-то стал кем-то. Угу. Отдельная информация о вирусе есть и о кляксе. На флешке было. В
кристаллах есть. Угу. В кристаллах надо стереть. Ёжик. Это первородный? Или Нет. просто изумный? Это просто игрок, он не первородный. Он не был во внутреннем контуре, он был тот, кто претендовал на внешний. Извне, не снаружи. Он как часть Творца, как, знаешь, как бы это ни звучало, как альтер-эго. Угу. Ну, противоположность, да. Да. Противоположность Тору нашему. Поэтому, в принципе, у него был доступ и в Тор. Он работал на тех же кодах, практически на тех же, что и Творец. На тех же, ну, как я красно-черный, так он творец, а антитворец. Да. Весело. Кого мы еще не вытащили? Вроде всех. Сейчас у нас сюда. Улитка. Улитка. Работа со временем. Вампир. Я просто перечисляю. Медуз. Глаз. Нет техник. На козла похоже. Еще кто-то, кто был прикладен между двумя шарами. Да, не точно. Ну вот так, вот так. Еще вот ось был творец. Да. Фильм «Глазик летали» вот так. Ну, вот сейчас, да, мы когда-то находили почти всех. Тот, кто с пространством вариантом, тот, Семь, которого мы восемь, видим. это я и красно-черный. Кстати, девять, единственное. Да, забыли. Вот. Двух все. Были, были. Были. Это Тот, я даже который как... записывал где-то. Тот, который как кости. Пространство вариантов. Кто там был? Был какой-то. Внизу сидел. Пусть синий тебе покажут. У них история нашей битвы должна быть. Что-то как теряк, они мне показывают, я уже не А, помню. да. Есть такой. Еще один какой-то. Что-то сверху было. Белые снежинки. Еще вы пошли. Ну, это следствие, да, 29 уровень, уже на 30 Еще. уровне кто-то сидел. Вот так, кто-то там был просто. Потому что синие мне просто снег Да, показывает. то, что Снежинки снежинки. уничтожило Фильков и все прочее, да. Но это улитка. Сверху. Как мы на улитку-то вышли, понимаешь?
Это проработалось и все. Выше филина кто Вот был? та же филина. Все, не филин в конце. Вверху. А ниже филина чуток. Гидка, то это вампир. Пиромант в самом низу. Кто-то сидел до ниже, во, между вторым и третьим туром. Покажи, спроси у них. Почему А, синий не помнит? да, застрял там, как Кощей Диск какой-то был. какой-то. Там был какой-то диск. Бомба, которая меня чуть не взорвала, да? Как Кощей какой-то это я его как скелет какой-то вижу, он застрял был между. Да, вот 10-й, у него это еще. Он как вне времени, где-то в каком-то пространстве. Он не смог в третий тур зайти, потому что он Да. был во втором, да. А он что делал? Нету информации же. Вот как стерто, так стерто. Хорошо, стер. Ну, и творец, и подложка его женская часть. Тоже получается 12 итого. 13 это Анти творец, это было. Ладненько. Со вторым туром примерно разобрались. Теперь мы в четвертом. Здесь все будет лучше.